На связи дядя Вова. Сегодня у нас будет тест китайской задней фары, велофары, которая на name, вот, на которой все, что было написано, это Solar Energy. Я сам лично фарой на ядерном топливе. Хуйнян? Шинима хуйнян? Хуйнян? Это вот такая вот отличная китайская фара, отличная, отвечаю, отличная. Вот, можно посмотреть на велосипеде. Снимается элементарным образом вот так вот. Было множественность вот таких вот прокладочек 100-500. То есть хватает на толстую подседельную трубу повесить или на тоненькую. Вот эту вот, в моем случае я вешаю здесь, потому что на подседельной у меня висит сумочка с деньгами. Давайте рассмотрим ее ближе. Так, ну, во-первых, еще раз. Китайский, я говорил, китайский, чистокровный китайский задний фонарь. Отличная велофара, я отвечаю, отличная, просто супер. Значит, что мы имеем? Мы имеем вот такой вот корпус, внутри которого спрятаны два светодиода, рефлектор-отражатель. Мы имеем кнопочку включения. Мы имеем полозья, видно, какие они покоцанные. И мы имеем, я сразу скажу, недостаток, туда может попасть грязь. И она попадала. Однажды я ехал, проехал 70 километров по дождю. Ну, не все время дождь, так, слякоть, дождь. И я ее включил. И когда проехал полностью все расстояние, там было что-то 180-182, то фара не выключалась. Я не помню, что я сделал, она выключилась. А, пошел в душ, и она выключилась. Значит, здесь мы имеем вот такое вот полупрозрачное, прозрачное пластмасса, а внутри фотодатчик. То есть, суть в чем? Ядерная солнечная энергия попадает сюда. Внутри находится аккумулятор. Маленький, я сейчас его покажу. Этот аккумулятор от солнечной энергии заряжается, и фары хватает на режим свечения на несколько часов, там 2-3, на блымание, ну я не засекал сколько долго, ну так вот, днем я ехал, часов 15 подряд она блымала, то было днем, и блымала часа 4 уже сумерками, когда солнца реально не было. У нее несколько режимов свечения, вот такой вот, блым-блым-блым, и прямо, то есть 3. Вот так вот выключается. Удобно тем, что я могу ее включить на ходу, не слезая с велосипеда. Так, что у нас есть внутри? Вот так вот. Сейчас я умею разобрать так, чтобы получилось потом две велофары. Серьезно. Это не шутка и не фейк. Вот сейчас буду ругаться тут, в этом месте. Когда у меня что-то не получается, я всегда ругаюсь. Это такое волшебное заклинание. И Китай рулит. Значит, видно, да, грязь здесь. Потому что я же не мою, я эксплуатирую в дождь грязь. Вот. Приклеено худо-бедно. Но суть не в том. Слабое звено как раз заключается вот, вот в этом месте, в полозьях. Видно пыль. Видно? Видно. Видно пыль. Ну, понятно, при монтаже мы ее сотрем. И будем разбирать дальше. Что такое? Не разобрать, не поломать до конца. Это же неинтересно. Серж катается такой же велофарой, он ее тоже попадал в слякоть всякую. Опа! Что мы видим? Здесь у нас грязь, пыль. Ее будем как-то чистить. В принципе, можно сюда что-то положить, загерметизировать. Вот. Здесь тоже мы видим пыль.
Не, они красные. И вот это аккумуляторы. Я не думаю, что есть смысл их разбирать. Такое оно все в пыли. Ржавое. Ну, в общем так, я не думаю, что есть смысл разбирать эти вот вещи. Посмотрим вот так на аккумуляторы. Их спаяли трудолюбивые китайцы каким-то образом. Ну, собственно, все. Угу. Здесь такой типа клапана. Так, ну на этом все. Я попытаюсь сейчас собрать. Задача же не просто собрать, а собрать таким образом, чтобы получилось две. Сейчас. Никакой магии. Никакой мистики. Так, теперь не то. Вот это я понимаю разбор посылки с Китая, а не то, что посмотрел, включил, выключил, зарядил, разрядил. Ну да, блин. До последнего шурупчика разобрать, сказать посылка говно. Хуйнянь есть санзай. О. Она мне не собирается. Так, а, здесь же магия. Должна быть включена магия. Оп. О, можно. Ну, в принципе, она нуждается в каком-то герметике. На предмет света достаточно этого света, достаточно этого моргания, вот, чтобы тебя видели. И цена у него там была минимальная, у этого велофонаря заднего. Когда-то она была там 1.5 бакса. Сколько сейчас, я не знаю. Вот. Так, я собрал. И сейчас запасных деталей. Чик-чик-чик, и их 2 стало. Так что приносите мне свои часы, у кого есть компьютеры, ноутбуки, я умею делать абсолютно одинаковые. Оба работают, что обидно. Да, оба работают. Отличные китайские задние велофары. Приносите мне, не жалейте, я их буду разбирать, собирать, и их будет становиться 2 сразу. И они будут светить вам темной ночью. Все, всем хорошей дороги и хорошей видимости ночью.